Всем привет, друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру в зомби. Зомби-цунами. И у нас сегодня испытание, значит, задание. Умереть во втором туннеле. Теперь мы будем ждать второй туннель. Искать. И надо будет там нам умереть. Ну, это несложно. Умереть. Это мы умеем всегда делать хорошо в этой игрушке. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Ага, бежим, бежим, бежим. Так, это у нас вот во втором туннеле надо умереть. Умираем. Да, все, мы прошли уровень. Умерли во втором туннеле. Так, забираем. Теперь нужно сыграть 83 бонусных секунды. Угу. 83 бонусных секунды. У меня как раз такая птичка есть, которая нам дает бонусы. Бонусные секунды. Ну, 83 секунды, вы серьезно? Это нужно мне много открывать этих бонусных ящиков, чтобы ребята так набежало. О, ну хотя бы монетки попробуем собрать. Оп, 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 оп. Ай, одна пропустилась. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, поэтому... Так, давайте проверим. Ага, нам нужно... Короче, нам нужно зомби и мощный вот этот вот мощняцкий зомбарь огромный, который лазером стреляет. Вот он нам нужен. Мы им будем прыгать. А ниндзями мы будем разрушать 10 объектов. Нам нужно разрушить. Ой-ой-ой-ой, как я так прыгнул? Ладно, ничего страшного, играем заново. Так, бежим. У нас два зомбика. Таких вот сумасшедших. Нам нужно выполнять задания, чтобы было интереснее потом играть. Потом будет много-много зомбариков. Очень много. Так, бежим. Так, монетки собираем. Ох, две монеты пропустили. Так, забираем машинку. Тетечку эту тоже скушаем. Машина наша. Все, нам нужно коробку сейчас взять. Какую-нибудь коробочку, бонусную коробочку. Есть, вот она. Первое, гигантом. Нам нужно прыгать гигантом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Сколько там прыжков надо? А, вот все, 15 прыжков, отлично. Все, теперь ждем бонусные секунды. Все, вот это у нас бонусные секунды прошли. Сейчас я посмотрю, сколько набежало. А, 60 секунд еще осталось. Нифига себе. Так, ну все, нам теперь нужны этим ниндзя. Все, ищем бонусную коробочку. И превращаемся в ниндзя. Так, 20 зомбарей у нас. Так, где у нас бонусные шкатулочки? О, есть! А, дракончик. Дракончик. Так, драконам нам вроде бы ничего не надо делать. Так, бежим дракона. Так, подожди. Дай я посмотрю. Не, драконам ничего здесь не надо. Драконам просто мы будем летать. Так, бонусные секунды сейчас пойдут. Так, ой-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 
Надо нам все-таки найти ниндзи. Ой, один чувак остался. Давайте, помогите ему. Все. 5 теперь. Хорошо. Ух ты, ё-моё, провалилось. Смотри, сколько много. Так, один уже бежит. Ёшки-пашки. Ладно.
Сейчас взорвемся, наверное. Сейчас. Ай, взорвались. Все взорвались. Ладно. Так, давайте вот это заберем бонусы гигантам. Умрите в дыре номер 3. Упадите в нее со всеми своими зомбами. А, ну это легко. В третьей дыре. Так, давайте продадим, может быть, нет? А ну-ка, что, двойные монеты. И бонус 10 секунд. Ой, спасибо, вот это мне как раз и нужно было. Это как раз нам и нужно было. Играем дальше. Так, берем бонусные. Так, все, бонусные мы взяли, да? Все, спасибо. Бонусные секунды. Так, в дыре тогда мы умирать пока не будем. Потому что у нас здесь двойные монетки. Будем другие выполнять задания. А у нас задание там получается. Нам нужно ниндзями. Ниндзями. Уничтожить 10 объектов. Ну, будем ждать коробочку тогда, чтобы поиграть с ниндзями. Ну, двойные монеты меня очень-очень-очень это радует. Опа! 134 монеты собрали уже, представляешь? Так, что кто там? Давай ниндзя. Нет, гигант, гигант. Но гигант там ничего не дает. Но у нас нету задания по гиганту. Нам главное аккуратненько прыгать. Ой, желательно, чтобы монетки были. Да, давай монетки соберем. Можно просто идти, они сами будут собираться. Почти что 200 монет у нас заработали. Давай, 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 давай. Есть, еще монетки давай. Ух ты, как много монеточек было. Угу. Собрали, собрали. Так, идем. Не хватило нам на самолетик. О, двойные монеты. Как можно больше надо собрать монеток. Пока они у нас есть, эти двойные монеты. Так, машины сейчас пойдут. Куча машин. Ух ты, ой, сколько много падает. Так, двое осталось. Кто там? Ниндзя, есть! Нам теперь нужно уничтожить 10 объектов. Так, и бонусные секунды мы, ребята, с вами выполнили. Теперь нам нужно уничтожать объекты. Да, как назло, объектов нету никаких. О, вот объектов. Куча объектов. Отлично. И по ниндзя мы выполнили сегодняшнее задание. Круто. Это очень хорошо. О, все, птичка наша. Невеличко. Ох. Так, трое осталось. Сейчас уменьшаться они будут. К сожалению. Так, нам нужно срочно кого-нибудь съесть. О, да, толпа, отлично. Толпа людишек была. Ох ты, танк, я не могу. Извините. Нет, пока еще не могу, вонючий танк. Он мне помешал. Это танк. Реально, танк нам помешал. Так, ну что? А, надо умереть в третьей дыре. Умрем сейчас тогда. Что у нас здесь? А умрите после попадания под колеса движущегося автомобиля. Это можно. Так, а ну-ка, заходим в магазин. А, берем. А, нам нужно эти прикидики снять. Только ковбойскую шляпу и зомби-кепку оставляем. Играем. Так, в третьей дыре надо умереть еще. Ну, сейчас быстренько. Посчитаем дырочки и умрем. Во второй нам надо. А, ну-ка. Где тут первая? Первой даже нету. А, вот, смотри, первая дырочка, да? А вот вторая. Все, во второй падаем. А, в смысле? В третий надо было, а не во второй? Так, подожди, задача. А, в третий. Ну ладно. В третий так в третий. Почему я во второй-то прыгнул? Угу. Теперь ищем дырочки эти все.
первую и вторую. Нам третья нужна. Третья дырочка. Считаем, ребята. Первая дырочка. Она нам не нужна. Вторая дырочка тоже не нужна. Нам нужна третья. А где третья? Вот третья дырочка. Все, все прыгаем. Умерли. Упали. Забираем. О, может быть, ликер из мозгов. Нет, еще нужно добраться до туннеля под номером 3. Угу. Ну, это мы будем в следующий раз играть. Ну что ж, на этом будем заканчивать, дорогие друзья. Обязательно поставь лайк этому видео. Подпишись на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить новые ролики. Ну и передавай приветы, пиши комментарии. Привет. Всем пока-пока.